первую очередь, само разрешение является актом электронного, то есть это запись в электронный носитель, это уже не бумажка. Второе, этот самый гражданин, имеющий разрешение, покупает оружие, потому что оно уже один раз было ему выдано, а не каждый раз выдается разрешение. Таким образом, именно в этом законопроекте вот эти... Саме максимум законопроекту все попросили. Дякую. Колеги, с вашего дозволу, давайте підходите.